Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы выпекаем необычную двойную пиццу. Не забывайте, что рецепты на канале «Готовим с любовью» и видео на семейном канале «Дружная семья» выходят ежедневно, каждое утро. Не пропустите! Давайте готовить вместе! Для двойной пиццы нам нужны будут следующие продукты. 240 мл теплой воды, 2 столовые ложки оливкового масла, 15 граммов свежих дрожжей или 5 граммов сухих дрожжей, 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка сахара. Сначала быстренько сделаем опору. В миску выливаем воду, добавляем сахар, дрожжи. Если вы используете сухие, делайте все так же. И добавляем 3 столовые ложки муки от общего количества. Опару оставляем на 15 минут до образования шапочки. Тем самым вы проверите качество дрожжей. Теперь в опару добавляем соль, добавляем муку, не всю сразу, частями. Теперь вымешиваем тесто руками. Добавляем оливковое масло. Смотрите, тесто должно быть в меру тугим, вот в меру. Долго не вымешиваем до однородности. Смазали миску растительным маслом чистую. Перекладываем наше мягкое тесто. Вот смотрите, тесто очень нежное. Именно для замеса вам понадобится 310 граммов муки. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. Для начинки нам понадобится томатный соус или кетчуп, 1 чайная ложка приправы итальянские травы и пол чайной ложки орегано. Смешиваем все. При выпекании аромат этих трав и еще больше раскроется, и пицца будет очень вкусная и ароматная. Также понадобится нам 350 граммов моцареллы, колбаса слайсами 50 граммов, соль, перец добавляем по вкусу, отварное куриное филе 100 граммов и 2 помидора. Куриное филе не режем, а рвем на кусочки. Можно брать отварное куриное филе, запеченное. Моцареллу натираем на крупной терке. Все продукты заранее подготовим. Теперь берем и нарезаем полукольцами помидоры. Так пицца будет сочнее. Тесто на пиццу готово. Вам понадобится 1 столовая ложка муки, чтобы посыпать стол и вот слегка еще раз размять тесто руками. В 1 столовой ложке 30 грамм. То есть дополнительно вам понадобится еще 30 граммов муки. В итоге вы потратили 340 граммов муки на приготовление пиццы. Двойной пиццы, напоминаю. Берем, разделяем на две части. Пальцы рук вмакаем в растительное масло и растягиваем наше тесто. Вот в миске, в которой было тесто, растягиваем. Теперь посыпаем этот слой теста моцареллой. Это и будет наша двойная пицца, наша прослойка. Вторую часть теста я расправила руками на пергаменте, смотрите, и с легкостью переносим, без проблем.
Теперь сейчас немножко вот так растянем. Растянули. Края хорошенько скрепим между собой. Затем берем и руками немножко еще вот так растягиваем пиццу. Мои с нетерпением ждут обеда. Викуля спит и даже не представляет, что ее ждет после сна. Теперь берем, накалываем вилкой. Выкладываем наш соус. И теперь берем и размазываем по всей пицце. Ну а дальше выкладываем немного моцареллы. Оставляем моцареллу наверх пиццы. На дно чуть-чуть вот так присыпали. У нас пицца-пиро, потому что будет действительно сытная, большая. Мы привыкли есть пиццу тонкую. А вообще моим родителям нравится пицца потолще. И мужу тоже. Главное, что вкусная и домашняя. Так, есть. Теперь идет салями. И помидоры. Пиццу ставим в разогретую духовку на 200 градусов на вторую полочку снизу. Режим выпекания вверх-вниз. Через 20 минут после выпекания посыпаем пиццу сыром и выпекаем еще 5 минут. Пицца получилась очень аппетитной. Всем желаю удачной выпечки и хорошего настроения на целый день. Дегустация – это важная часть процесса. Разрезаем. Уже вижу, что хрустящая пицца сверху. Такая богатая у нас пицца получилась. Максимум сыра. Вы только посмотрите. Пицца превосходная. Сейчас буду делить на кусочки. Хрустящие бортики. Все так, как мы любим. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!